Под какой эмблемой пройдет празднование столетия автономии республики? Сегодня на еженедельном совещании в Доме правительства презентовали проект логотипа. Он представляет из себя цифру 100, в которой нули изображены в виде трех кругов. Такая эмблема удачно сочетается с государственными символами республики и легко применяется на сувенирной продукции, считают разработчики. Надписи на логотипе будут на двух языках – русском и чувашском, а размещать его планируют на фоне узнаваемых пейзажей и достопримечательностей. Те изображения, которые будут использоваться на наружной рекламе, на баннерах, на других полиграфических носителях, они будут нести свою смысловую нагрузку. Это будут известные достопримечательности Чувашии, красивые виды районов, живописная природа Чувашии, современная аграрная отрасль, высокотехнологическая промышленность, привлекательный регион для туризма. Мы хотим дать посыл этим брендам.